Упоминаемое в священных книгах и в мифологии, яблоко – второй плод наиболее потребляемый в мире после бананов, с производством более 70 миллионов тонн. Выращивание яблок началось в горах Тяньшань, которые раскинулись возле границы между Казахстаном и Китаем, и увеличилось на 70% за последние 20 лет. 90% этого роста принадлежит Китаю, где производство яблок поощряется правительством. Китай укрепил свою власть в этой отрасли с производством 38 миллионов тонн. Яблоко выращивалось в Европе и Центральной Азии на протяжении 2000 лет и было завезено в Америку в начале 20 века. Выращивание яблок также было продолжено в Соединенных Штатах, что сделало их второй по величине производства яблок в мире страной с 5 миллионами тоннами продукции. В 1965 году Турция производила около 300 тысяч тонн яблок, тогда как сегодня производство выросло более чем на 5 миллионов тонн. За исключением Европейского Союза, Турция является третьим по величине производителем яблок в мире. Яблоко – широко известный и доступный фрукт, который можно вырастить в любой точке мира, кроме Арктики. Его можно съесть с кожурой, он имеет мелкие семена и приносит большую пользу для здоровья. Яблоко обогащено витамином А, витаминами группы В, витамином С и витамином Е, а также минералами кальция, калия, магния, фосфора и натрия и различными органическими кислотами. После сбора урожая, в то время как небольшое количество яблок отправляется на рынок для употребления свежими, большая часть отправляется на холодное хранение, чтобы быть проданными позднее в этом году. То, что остается, используется в пищевой промышленности. Бесчисленное количество дополнительных продуктов, таких как яблочный сок, уксус, патока, сушеные яблоки, вино и яблочный пектин, производится в рамках яблочной промышленности. Почти 90% яблок производится в северном полушарии. Яблоки собирают в октябре-ноябре, но при комнатной температуре в течение 2 недель они портятся. Таким образом, почти 40% яблок хранятся в холодном хранилище для употребления круглый год. Возможности холодильных установок у стран-производителей яблок значительно различаются вместе с их методами хранения. В странах с высоким качеством хранения и мощности цены на яблоки увеличиваются после сбора урожая и в более поздние периоды. Что касается стран с низкими емкостями хранения, яблоки отправляются на рынки после сбора урожая из-за недостаточного количества мест холодного хранения. Это приводит к снижению цены и потере прибыли для производителей. из 70 миллионов тонн яблок, ежегодно производимых в мире, теряются из-за неправильных методов хранения. Так какой же лучший способ хранения яблок? Хотя самый лучший способ хранения яблок известен как охлаждение, производители яблок не используют этот метод. Передовые технологии контролируют атмосферу в хранилищах яблок, а уровень кислорода снижают до минимума. Таким образом, увеличение уровня углекислого газа регулирует естественное дыхание фруктов. В этих видах складских помещений поглотители этилена удаляют этилен, который выделяется из яблок и вызывает их быстрое старение, и подавляют его с помощью системы OneMCP. Увлажнители контролируют уровень влажности в этих комнатах. Благодаря этой великолепной координации некоторые сорта яблок могут храниться при 0 градусов Цельсия в течение более года, не портясь. Яблоки, хранящиеся в складах с контролируемой атмосферой, имеют более длительный срок хранения.
Итак, сколько яблок хранится сегодня с помощью этого метода технологии? К сожалению, только 10 миллионов тонн из 70 миллионов тонн общего объема мирового производства яблок хранятся в складах с контролируемой атмосферой. Производители имеют больше прибыль, используя хранение в помещениях с контролируемой атмосферой. Это приводит к повышению коммерческих возможностей.